Здравствуйте, мы с вами в парке «Легенд». Сегодня второй матч между МХК «Спартак» и «Капитаном». 4-1 закончилась встреча вчерашняя. Сегодня ждем с вами такой же открытой игры и, возможно, еще большего количества голов. Силантьев. Здорово разыграно. Силантьев не смог переиграть Львутин. Львутин с кистей. Закатывается шайба в ворота. Ошибка Дамира Шеймарданова. И счет становится 2-1. Десятая шайба Богдана Львутина в этом сезоне. Герулин здорово отдает, но броска сходу нет. А здесь какая передача. И 2-2. Вот сейчас очень здорово было разыграно. И Рамко ошибается. Кулагин 1-0 выходит. Кулагин на месте. Павел Канаев. Булыгин. Тагиров. Сблизился с вратарем. Бросил Кирилл Тагиров и отправил шайбу в ворота. 3-2. Реализованное большинство. Но здесь не берущийся для Дамира Шеймарданова бросок. Корчагин. Угол площадки. Олег. Здорово отдает, а забивает в итоге свой. 4-2. А Дмитрия Сидорина шайба ворота залетела. И спартаковцы забрасывают вторую шайбу в этом периоде. Стабильно пока по 2 за 20 минут. Голоянс. Здорово переводит. И ответочка пролетает. Еще один автогол. Дело хоккеиста капитана. Рагушин выскочил, тут же получил шайбу. Рагушин сам решил бросить. Легалин на вроде шайбу на него пропустил. Легалин бросок и 5-3. Здесь, конечно, нужно отметить Руслана Наврузова, его незрячую такую, вернее, не зрячую, но не физическую, скажем так, голевую передачу, да, то есть он не коснулся. Косовия здесь борется и уступил Маклазяну, отскочила шайба к Легалину, и он попал. Не очень там было понятно, залетела шайба или все-таки залетела. Андрей Легалин, дубль, очень быстрый дубль оформляет, 6-3. Вместе с Леонидом Гришукевичем Легалин на хэтрик пошел тут пока что. Здесь Тагиров и не оказал шайбу в воротах. Сачков подключился. За первый шел, не получилось. Поборется ли капитан? Совсем как моральная команда подсела. Шайба оказалась, по-моему, в воротах, да. Не Рамков, Сачкова, кстати. Тагиров с кистей. Ближний 7-4. Так что и Плешков сегодня без пропущенных не уйдет. 7-4, Кирилл Тагиров. Маклазян. Как в большинстве сейчас спартаковцы расставились, защитник на пятачке. Навруз Красно-Рамко. И как великолепно разыграно. Никита Бородаенко, 8-4. Слушайте, ну здесь, конечно, нельзя не отметить Диму Рамко, потому что сыграл великолепно. Так что как раз самый повод всех болельщиков красно-белых поздравить с победой. Команду с отличным матчем. Легалина и Тагирова с дублями. 8-4. Спартак выигрывает. Не забывайте, что много хоккея еще впереди. И основная команда Спартака в КХЛ на следующей неделе 3 матча проводит. Ну и молодежка в том числе. Большое спасибо всем, кто смотрел эту трансляцию. Александр Еремеев для вас матч комментировал. Всем пока.